Доброе утро! Здравствуйте, уважаемые онлайн-слушатели! Я Дильшот Каланов, я аналитик компании Альпари. Сегодня продолжим нашу работу и будем выявлять зону покупок и продаж на различных торговых инструментах. Итак, уважаемые онлайн-слушатели, что у нас вчера было? Вчера было заседание ЕЦБ и, соответственно, толкали речь о том, почему они не поменяли процентную ставку. Плюс ко всему, в это же время у нас вчера 15:30 по Москве были опубликованы. Так, продолжаем, уважаемые онлайн-слушатели, я прошу прощения. Так, такие движения не часто появляются, но думаю, на этом тоже можно было поднять. Вчера, если были хорошие сигналы у нас были. Так, по франку у нас было пробитие, по золоте цена стоит на месте, хотя сделала какое-то небольшое движение. Так, фунт после того, как пробила фунт новозеландец, цена вернулась обратно, зона опять действует, соответственно, цена потом пошла вниз. Итак, уважаемые онлайн-слушатели, вернемся к основным валютным парам, а именно к евро-доллару. Итак, на евро-долларе что у нас было? У нас была зона покупок, от которой мы должны были покупать, и за 1 час до публикации новостей должны были удалить наши позиции. Ну и, соответственно, чтобы не зашли здесь на покупку. То есть здесь на покупку нельзя было заходить. Точнее, наши лимитные позиции на покупку мы должны были удалить, что и правильно сделали бы. Итак, цена сильно отошла от этого уровня. Теперь данная зона будет выступать в качестве зон продаж. А что мы будем до этого делать? Естественно, будем искать другие зоны, другие уровни, которые могут выступать в качестве зон покупок. Зон покупок и зон продаж. Итак, сразу же для наших новых слушателей я объясню, что мы с вами делаем и как мы будем искать и как мы будем работать. Суть нашей работы заключается в том, что мы выявляем уровни поддержек и сопротивления. То есть мы здесь не берем классическую интерпретацию этих понятий, мы берем широкий диапазон, то есть из-за волатильного характера рынка мы конкретно цену, где будет разворот, найти не сможем. Сейчас на евро-долларе на самом деле есть очень хороший уровень поддержки, уровень зоны покупок. Я на этом покажу, потом, если останется время, мы с вами поработаем на другой валютной паре вместе. Как искать эти зоны? То есть мы ищем не одну цену, а целый диапазон. Как их искать? Все, что нам необходимо, это график цены. Естественно, что мы здесь будем делать? В первую очередь мы должны искать скопление нескольких свеч, которые открываются и закрываются примерно по одной цене. Нас интересует, у нас есть зона продаж, теперь мы должны найти зону покупок. То есть в пределах текущего уровня надо постараться найти скопление. В первую очередь наша задача заключается именно в этом. То есть в этих пределах мы должны, я просто сейчас поставил, в пределах данной цены мы должны найти скопление. Было ли в прошлом касание этой линии? Да, вот цена подходила к этому диапазону, получается, 23 февраля. Ну вот, и все-таки мы с вами нашли диапазон. Итак, посмотрим. Обратите внимание, то, что у нас было 4 сентября. Примерно 3 или 4 свечи открывается и закрывается примерно по одной цене. Берем инструмент горизонтальную линию, соединяем с ценой закрытия и открытия этих свеч. То есть мы объединяем эти свечи. Плюс ко всему, вторую горизонтальную линию мы проводим по самым минимумам из всех теней, которые образовывают эти свечи.
В нашем случае таким образом возникает диапазон. Это 1.10.93, 1.11.15. То есть есть определенный диапазон. Не надо рассматривать эти две цены как отдельные. Надо рассматривать их как две, точнее одно единое целое. То есть когда цена подходит к этому диапазону, здесь как раз и происходит активная покупка либо активные продажи, в зависимости от того, с какой стороны цена подходит. Итак, цена подходит к этому диапазону, обратите внимание, 3 сентября, и цена совершает хороший отскок вверх. Обратно возвращается, уже на следующий день вновь цена уходит вверх. Потом, было ли касание? Было касание, цена вернулась к этому диапазону уже 22 сентября. Ну и примерно где-то 16 часов цена торговалась в этих пределах, да, было еще небольшие отскоки. Но потом все-таки цена совершила хороший отскок вверх. Обратно вернулась, вновь касание, вновь цена совершает отскок. Цена коснулась вновь 25 сентября, и вновь цена совершает отскок вверх. Больше, по-моему, касаний не было. Сейчас цена находится в пределах этой зоны. Посмотрим, как вела себя цена до того, как формировалось это скопление. То есть будем искать и будем смотреть, как ведет себя цена относительно данного диапазона. Итак, касание вновь было 20, получается, августа. Цена совершила отскок вверх. Здесь у нас происходит, обратите внимание, пробитие. Любые хорошие уровни, вообще любые уровни, рано или поздно пробиваются. Непробиваемых уровней не бывает. Единственное отличие хороших зон от не самых хороших, то, что хорошие зоны пробиваются только во время публикации новостей импульсивными движениями. Соответственно, здесь что у нас происходит? Импульсивные движения, импульсивные пробития на графике выглядят как одно большое пробитие одной большой свечой, либо несколькими свечами одинакового цвета. У нас как раз и произошло первый случай, одной большой свечой рынку удалось пробить. До этого цена находилась ниже. Если цена находится ниже этого диапазона, когда цена возвращается к этому диапазону, диапазон выступает в качестве зон продаж. Соответственно, здесь у нас происходит продажа. Вот, после того, как рынку удается пробивать, то есть цена теперь находится выше, зона никуда не денется, она просто меняет свою полярность. Здесь работает тот же принцип полярности уровней, который есть на уровне поддержки и сопротивления. То есть, когда цена обратно возвращается, мы в этих пределах уже должны будем заходить на покупки, и, соответственно, цена отходит вверх. Итак, что у нас тут есть? Один отскок. Здесь мы покупали бы незначительное пробитие. Есть пробитие ложное, которого недостаточно, чтобы мы могли поймать стоп-лосс. Почему? Потому что мы два раза больше толщины диапазона выставляем стоп-лосс. Толщина диапазона в нашем случае составляет 22 пункта. Цена пошла против нас на 14 с лишним пунктов. Так, здесь есть отскок, здесь незначительный отскок, который мы не будем считать, но и цена идет потом вниз. К сожалению, здесь не импульсивное, долгое пробитие, после которого, опять-таки, цена обратно возвращается и совершает теперь отскоки вниз. Так, здесь импульсивное пробитие, здесь вновь пробитие, точнее отскок, это было в июле, в конце июля. Здесь тоже отскок хороший, здесь мы поймали ли стоп-лосс или нет. 22 пункта против 12. Нет, мы с вами не поймали бы стоп-лосс. Здесь цена уходит минимум на 44 пункта. То есть первую половину нашего тейк-профита мы с вами получили бы. Так, ну и здесь импульсивное пробитие, отскок, вновь пробитие. Здесь отскок, отскок, вновь отскок. Цена находилась ниже, вновь отскок и так далее. По-моему, мы эту зону когда-то еще рассматривали. Итак, давайте возьмем то, что у нас было начиная с июля. Начиная с июля цена вот подходит к этому диапазону, долго торгуется в этих пределах и гэпом открывается внизу. То есть по факту у нас есть отскок. Здесь у нас второй отскок, третий вот здесь, четвертый пробитие, пятый пробитие, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Так, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ну и цена сейчас, по-моему, торгуется в этих пределах. Итак, цена пробила этот диапазон тоже вчера. 22 пункта.
Скорее всего, здесь цена будет совершать отскоки вниз. Будем смотреть. Итак, что у нас есть? С июля данного года цена торговалась в этих пределах. Я уже забыл, сколько я посчитал. 22? Так. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Семнадцать, да, шестнадцать получается точно. Шестнадцать против пяти. Итак, как мы будем торговать? Для того, чтобы мы по выявленным зонам торговали, мы должны убедиться, что зона отвечает нескольким критериям. Во-первых, это то, что зона, если ищем на часовом графике, она должна существовать минимум один месяц. То есть в течение последних, хотя бы последних 30 дней, крупные участники рынка тоже должны ориентировать свои позиции, исходя из выявленных зон. У нас зона существует с июля, то есть больше чем один месяц, это точно. Во-вторых, количество отскоков к общему числу торгов. Чем больше цена будет совершать отскок от этого диапазона, тем лучше считается диапазон. Вот. В нашем случае как получилось? С июля цена торговалась в этих пределах 21 раз. Из 21 случая рынку удалось пробить 5 раз, остальные 16 раз рынку не удалось. То есть рынку 16 раз было проще совершить отскок, чем пробивать. Мы на этой, как раз на этом и пытаемся зарабатывать. Из 16, точнее из 21 случая 16 раз мы с вами могли бы заработать. То есть в 76% случаях цена совершает отскок. Нам необходимо найти такие диапазоны, где вероятность отскока будет составлять больше 70%. В нашем случае как раз произошло этот момент. Цена, здесь вероятность того, что будет, то есть будет отскок вверх, у нас составляет 76%. То есть цена подходила, импульсом все-таки пробила, то есть цена достигла своего. Так, давайте все-таки посмотрим. Так, 20, 93, 1, 11, 15, 22 пункта. Здесь 71, 22 пункта. Мы, к сожалению, здесь точь-в-точь поймали бы стоп-лосс, потом цена уходит вверх. С большей вероятностью, я думаю, все-таки здесь цена будет совершать отскок вверх, пробитие такого импульсивное. Хотя здесь есть импульсивное пробитие. Вот здесь, в этот момент, нам необходимо дождаться, что же вот это вот, будет ли смена полярности после пробития, или же цена окажется выше. То есть в данном случае немного такая вот непонятная ситуация на самом деле. Если бы пробили больше, чем 22 пункта, вот где-то, допустим, 50-60 пунктов, мы бы точно сказали, что от этой данной зоны уже поменяет свою полярность. Возможно, здесь было какое-то ложное пробитие, на котором мы могли бы поймать стоп-лосс, поэтому желательно сейчас первую волну все-таки пропустить по евро-доллару. Почему? Потому что мы пока не знаем, вдруг все-таки здесь было пробитие, или было ложное пробитие, цена будет совершать отскок вверх. Но тем не менее, давайте возьмем все-таки второй вариант, что было, допустим, ложное пробитие, цена будет совершать отскок вверх. Так, у кого-то 1,4 пункта до лося не дошло. Ну, в принципе, может и быть так, но в принципе я не совсем правильно считаю. Хотя советник бы, по-моему, посчитал бы все правильнее гораздо, чем я. Итак, 22,5 на самом деле против 22,5. Ну или так. Все зависит, конечно же, от типа счета. Где-то это на пару пунктов может отличаться у вас. Поэтому все может быть. Итак, уважаемые онлайн-слушатели, здесь тогда будем совершать, давайте, на сделку на покупку. Потому что с большей вероятностью будет совершен отскок.
Так, да, мы спред не учитываем, Виктор, учитывайте, значит, всегда желательно, конечно же, надо учитывать спред. Тем более спред сейчас на евро-долларе ровно один пункт. Неплохо у нас получилось. Так, итак, что мы сделали бы? Допустим, цена находилась вот здесь, мы должны были бы заходить на buy-позиции. На buy-позиции верхней границы. Но мы с вами сейчас, так как не успели, но цена находится в этих пределах, мы можем сейчас купить вручную. Итак, в принципе, по любой цене между 1.10.93 и 1.11.15 можно совершать торговую операцию на покупку. По любой цене. Как раз сейчас находится цена в этом диапазоне, можем совершить торговую операцию на покупку. Надо будет сначала посчитать объем, каким объемом мы с вами будем торговать. Диапазон 1.10.93-1.11.15. Будем совершать объемами. Допустим, объем у нас посчитали 0.10. Всегда надо делить объем на две части. Заходим на buy позицию. Вновь заходим второй части нашей позиции на buy позицию. То есть двумя позициями мы заходим на покупку. У меня сейчас получается по евро-доллару две позиции на покупку. Где будут выставлены стоп-лоссы? Стоп-лосс зависит от толщины диапазона. Толщина диапазона составляет 22 пункта. Мы два раза больше толщины диапазона выставляем стоп-лосс. То есть это будет по цене, давайте 23 возьмем с учетом спреда. Тогда будет 46 пунктов от точки входа мы выставляем стоп-лосс. Это будет 10.69. Так, по цене 10.69, 1.10.69, мы выставляем стоп-лосс. Так, я это скопирую. Так, все-таки не поймали бы, если бы учитывали бы спред, уважаемые онлайн-слушатели. Так, вторая часть нашей позиции тоже так же будет выставлена там же. То есть заходим, получается, практически объемом 0.10, как мы и хотели, но не одной позиции, а двумя позициями. Стоп-лосс мы должны были выставить два раза больше, чем толщина диапазона. Мы так и сделали. С учетом спреда здесь действительно цена не коснулась бы нашего стоп-лосса. Ну и дальше, где выставлять тейк-профит? Тейк-профит надо выставлять, исходя из нашего, опять-таки, стоп-лосса. Стоп-лосс, размер стоп-лосса мы взяли 46 пунктов. То же самое мы должны взять 46 пунктов от верхней границы, не от точки входа. Обычно мы входим от верхней границы. Сейчас мы берем расчет от верхней границы. 46 пунктов от точки входа мы выставляем наш тейк-профит. Так, 46 пунктов от верхней границы выставляем наш тейк-профит. То есть по цене 1.11.61. Так, 1.11.61 мы выставляем наш тейк-профит. То есть тейк-профит первой позиции будет соразмерным стоп-лоссу этой же позиции. Вторая часть нашей позиции, здесь мы выставляем тейк-профит два раза больше, чем стоп-лосс. На случай, если у нас будет хороший отскок, как, например, в этом случае. Цена подходит, торгуется в этих пределах и совершает хороший отскок вверх. Иногда незначительно, где мы с вами могли поймать только один тейк-профит, до второго цена не доходит, обратно возвращается. Иногда цена действительно делает хороший отскок, где мы с вами можем заработать и первый тейк-профит, и второй тейк-профит. Когда цена пойдет на хороший отскок вверх, почему бы не максимизировать нашу прибыль увеличением тейк-профита в два раза? То есть мы первую половину нашего тейк-профита уже получили бы, то есть какую-то часть нашей позиции уже закрыли бы в прибыли. Ну и дальше стоп-лосс, точнее тейк-профит второй позиции выставляем два раза больше, чем стоп-лосс. Стоп-лосс было 46 пунктов, соответственно, примерно 92 пункта от точки входа выставляем, точнее от верхней границы выставляем стоп-лосс. Точнее тейк-профит второй позиции будет по цене 1.12.07. По цене 1.12.07 мы выставляем тейк-профит второй позиции. Кому-то, возможно, покажется, что цена не достигнет до, сразу не будет подниматься на 100 пунктов. Конечно же, мы не сразу ожидаем реакцию рынка.
Но главное, что цена обычно достигает и первого тейп профита, и второго. Чаще всего первого всегда достигает, не всегда, но в большинстве случаев первого достигает. Но бывают хорошие отскоки, когда цена достигает и второго тейк профита, тогда мы можем заработать больше прибыли. Итак, уважаемые онлайн-слушатели, по евро-доллару текущая зона, которая может быть интересна для рынка, 1.1093, 1.1115. Так, кто-то... Так, в подтверждение ваших слов могу сказать, что много крупных игроков на этом уровне уже несут убытки. Цену будут выгонять с этого уровня вверх. Так, в принципе, может быть, все может быть. Они выступают, особенно это касается маркетмейкеров. Кто такие маркетмейкеры? Маркетмейкеры – это участники рынка, которые должны обеспечивать ликвидностью. То есть, например, да, вот особенно это очень выгодно и очень хорошо наблюдается на биржах, таких централизованных биржах, как Чикагская биржа. Итак, что они должны делать для вот краткий ликбез? Они должны выступать и сохранять ликвидность. То есть, например, обычно рынок как? 55 человек продают, там 45 человек покупают. То есть немного есть дисбаланс в сторону продавцов, цена немного падает. Бывают такие моменты, когда вот этот вот разрыв, этот дисбаланс резко увеличивается. Например, все в панике начинают продавать, допустим, 90% начинают продавать, а всего лишь 10% начинают покупать. Соответственно, это приводит к тому, что цена будет резко падать. И поэтому есть маркетмейкеры, которые сдерживают такой натиск, и они выставляют противоположные ордера. Это их работа. Это их работа, и, соответственно, должны в итоге, конечно, то есть они заходят на buy позицию, то есть все продают, они покупают. Соответственно, когда они покупают, если цена пойдет вниз, им невыгодно, что и у нас вчера и произошло. Поэтому с большей вероятностью теперь они как раз, как говорит тут у нас Михаил, действительно цену будет давить наверх. Часто мы такое наблюдаем после резкого падения. Цена делает какую-то коррекцию, где вот как раз крупные участники рынка, маркетмейкеры могут выйти из своих убытков понесенных, ну и, конечно же, может и заработать. Так, запланированные убытки многие по стоп-лоссу закрылись. Так, где у нас серебро? Почему? Я не понимаю, почему один момент, почему все не удалили позиции. Во время такой важности новостей почему-то все держали сделки открытыми. Я вчера удивился. Наша зона существует во многих парах, которые мы находили, и как раз вот это резкое падение останавливалось в основном в наших зонах. Золото держалось, фунт после пробития обратно возвращался вниз. То есть все, в принципе, работает. Единственный момент, что касается евровалют, то есть валютных пар, где участвует евро, здесь вы обязательно должны были удалить позиции. Но, к сожалению, есть некоторые, которые не удалили. Да, где-то сработало. Нам это сошло с рук. То есть, например, по валютной паре евро-франк, если мы здесь продавали бы, ну, ожидая, что цена пойдет вниз в 22 с утра, ну и цена вчера пошла хорошо по этой валютной паре вниз. То есть зона вновь себя проявила в качестве хорошей зоны покупок, точнее продаж в нашем случае. Но тем не менее, согласно всем правилам торговой стратегии, надо будет все-таки удалить позиции. Так, по евро-доллару. Да, на самом деле у нас была тут нижняя граница, в принципе, никто не ожидал. Но примерно раз в месяц такие движения все-таки бывают. Особенно это, например, может быть вызвано будет non-farm payrolls.
Или же это может быть вызвано процентной ставкой США, или же может быть вызвано процентной ставкой Евросоюза. У нас как раз вчера была последняя процентная ставка, пытались поменять по европейской валюте, но оставили и дали комментарии. Комментарии были приняты участникам рынка негативно, и, соответственно, цена пошла вниз. Да и уровень, точнее, заявки по безработице в США вышли достаточно хорошо. Точнее, да-да, заявки по безработице. Они вышли достаточно хорошо вчера. Соответственно, это тоже дали такой дополнительный импульс. На самом деле, конечно же, все началось с ожиданий по речи Драги, но все-таки здесь дополнительный импульс дал еще и американские новости дали, поэтому цена так резко падала. Так, уважаемые онлайн-слушатели, почему-то мы превратили, к сожалению, наш семинар в фундаментальный анализ, хотя мы по большому счету должны выявлять технические уровни, избегая эти фундаментальные новости, чтобы мы не просадили. Хотя, если, допустим, по-крупному взять, даже если, допустим, не убрали уровни, точнее, зона. Здесь мы с вами потеряли бы деньги, если правильно управлять капиталом. Допустим, мы здесь потеряли бы 2% по евро-доллару на продаже. По еврофунту мы с вами, находясь в позиции, нет, мы по еврофунту не зашли бы, по еврофранку мы, находясь в позиции, заработали те же 2%. Точнее, здесь мы заработали бы 3%. Почему? Потому что рискуем 2%, грубо говоря, чтобы заработать 3%. Получается, мы уже сидели бы в прибыли. Так, по евро валютам сейчас просканируем. Здесь мы с вами не вышли бы, не зашли бы в позицию. Так, что у нас еще есть? Какая валютная пара? Евро-австралиец. Да, мы здесь потеряли бы 2%, то есть уже минус 1%. Евро-иена у нас опять-таки минус 2%, минус 3%. Вот по этой причине, почему надо удалять все ваши позиции, которые оставили во время публикации новостей. Итак, евро-новозеландец у нас была зона продаж. С утра мы продали бы. Почему? Потому что цена находилась ниже. Здесь заработали 3, уже мы сидели бы по нулям. Так, все, больше евро-валют у нас нету. То есть, даже если мы с вами оставили бы все сделки открытыми, мы с вами вчера зашли бы, вышли, должны были выйти по нулям, если это касается валютных пар, где участвует европейская валюта. Так, фундамент всегда стоит на первом месте, в этом не вижу ничего плохого. Я тоже, Михаил, если честно, не вижу ничего в этом плохого, просто мы немного отклонились от темы нашего семинара. Вот, для фундаментального семинара у нас есть, в фундаментальном анализе есть другие семинары, где все рассказывается гораздо лучше, чем я, например. Да? То есть там по фундаменталке у них анализ гораздо лучше. Это, в этом я признаюсь. И поэтому, конечно, я рекомендую смотреть и анализ по фундаментальному анализу, ну и, соответственно, по техническому тоже. Так, уважаемые онлайн-слушатели, все-таки даже если мы не удалили бы наши позиции по евровалютам, мы с вами остались бы сегодня по нулям. То есть по трем валютам мы заработали бы, по трем мы потеряли бы. Точнее, по двум заработали бы, по трем потеряли бы, в итоге мы из-за разницы вы должны были бы выйти по нулям. Итак, уважаемые онлайн-слушатели, на этом, к сожалению, наше время подходит к концу. Завтра продолжим нашу работу. Я еще проделаю работу. Сегодня, к сожалению, с утра не успел. Чтобы и буду выявлять зоны покупок и продаж актуальные, уже исходя из таких резких движений, которые было по всем валютным парам практически. На этом спасибо вам за ваше внимание, за ваше время. Желаю успехов вашей торговле. С вами был Дешот Каланов. Всего доброго. До свидания.